Узнаете? Белку и Стрелку тренировали около года. Приучали к перегрузкам, космической одежде, датчикам, к ограниченности движений, к автоматической кормушке с клейкой питательной и контейнер на земле. Он точно приземлился там, где его ждали. И как рада... Пресс-конференция окончена. Героям поданы машины. А этих мы еще не знаем. Но они так же знамениты, как Белка и Стрелка. Лет. И за их полетом будут наблюдать... Охотно сочиняем красивые сказки о себе и о собаках. Смотрите, все замечательно. И совсем не страшно. Но сколько собак погибло во имя науки и до первого полета человека в космос, и после. Только не обвиняйте меня в ханжестве. Я вовсе не хочу, чтобы люди гибли вместо собак. Лучше бы всем нам умирать своей естественной смертью. Я просто надеюсь, что когда-нибудь жизнь всего живого на Земле станет святыней. И жизнь человека... И жизнь кошки, и жизнь собаки, и жизнь цветка.